Сегодня 7 июля 2012 года. Архивное домашнее видео. Перекличка. Бабуля. Милуся. Линуся. Серега. Я не понял, как вы Таталька. Кистина. И Гавуся. И Гавуся. И Гарюся. И я покажи меня с модной прической. И дядя. А вот виновник сегодняшнего торжества. По случаю двухлетия товарища. Со дня выпуска. А где, кстати, животное? Рита. Компот? Ничего еще нового. Вот она. Ритуся. Давайте. Ритуся. Давайте выпьем за именинницу. Давайте выпьем. Очень необычный рисунок у облаков. Собирается везде дождь. Может быть, удастся посмотреть на молнию. Что случилось, Милуся? Что такое? Что там было? Что случилось? Что было? Что с коленочками, Милуся? Что? Что случилось? Скажи. Крапива? Что ты? Борис, натуральный колхоз. Крапива? Ты там живой? Петрович, собери шатер! Петрович, хорош загорать! Вон, видишь, дедушка-то. Так, внимание, сейчас будет забег Петровича. Та-т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 а. Почему, когда мне надо обязательно дождь такой? Петрович, ты что шатер не собрал? Зачем шатер? Хорошо. У птичек сходняк на одном дереве. Маврик пришел мокрый. Маврик, ну что ты, попал, да? Под раздачу. Вот попандос. Серега починил шатер. Ну, как новенький, да, Серега? Вот. Солнышко, а красота. Что за красотуля у нас такая? А вот такая девочка. Знатная мадама. Миланочка. Не надо, не держать. Милуся, покажи. Вот. Ой, Милуся, красотка. Вообще. Да. Вообще.